Я там делаю Гастера из Майнкрафта. Нравится тебе занятие? Да. У Мухаммада Олигова, как и у всех жителей нашего региона, теперь есть уникальная возможность окунуться в захватывающую вселенную цифровых технологий. Это первый в республике филиал престижной федеральной компьютерной академии ТОП, где каждый желающий от юных мечтателей до состоявшихся профессионалов сможет освоить востребованные IT-навыки. Сегодня эти дети проходят модуль Майнкрафт по популярной игре вот Майнкрафт. Обучаем мы в игровой форме, чтобы детей завлекать хорошо в программирование, чтобы им начинало нравиться. Сейчас они делают 3D-модели полностью каждого там персонажа из этой игры, локации из этой игры. И им очень нравится, потому что они очень знакомы хорошо с этой игрой. Компьютерная академия ТОП – это не просто курсы, а настоящая кузница будущих IT-гениев. Основное внимание уделяется юным талантам – детям от 7 до 15 лет. Специально разработанные программы обучения в игровой форме помогут ребятам не только освоить компьютер с нуля, но и развить логическое мышление, творческий потенциал и получить ценнейшие навыки будущего. Основная программа обучения стартует в сентябре. В течение вот летнего периода у нас проходят каникулярные программы, которые длятся 2 недели. По 4 часа в день дети находятся в стенах академии и изучают направления, которые будут уже полноценно изучаться вот в полном обучении, которое будет стартовать в сентябре. От основ работы с компьютером до профессиональных программ для создания сайтов, разработки игр и приложений, 3D-моделирования, дизайна и многого другого. Обучение проходит по самым востребованным IT-направлениям. Направление, которое будет осваиваться детьми, оно очень актуально в нынешнее время. И вот в зависимости от возраста ребенка, обучение оно длится там, от 3 до 5 лет. И, соответственно, на выходе это уже будут полноценные специалисты, готовые работать и, в частности, зарабатывать для себя именно в сфере IT. Знания им будут даваться, соответственно, углубленные, и развитие их будет масштабным. Квалифицированные преподаватели практики, которые поделятся своим опытом и секретами мастерства, современное оборудование и комфортные условия для обучения, индивидуальный подход к каждому. Отсюда будут выпускаться настоящие профессионалы. До 1 года обучение длится для взрослых. Ну, максимальный срок, скажем так, обучения 1 год. Дальше, если человек уже знаком со сферой IT и он хочет просто переквалифицироваться, то там тоже все возможно это устроить. Ну и, соответственно, сроки у них будут более сжаты, так как они уже, скажем так, работают в данном направлении. У академии более 380 филиалов по всей России, 120 тысяч студентов и 150 тысяч выпускников. Академия расположена в Назране напротив городского пруда. Третий этаж в конце правого крыла. График работы в летнее время с 9 до 6, начиная с сентября с 9 до 21.00. Чтобы у каждого была возможность выбрать удобный для себя промежуток времени. Номер для связи 8-961-039-09-68. Откройте для себя мир безграничных возможностей вместе с компьютерной Академии ТОП. Подарите себе и своим детям билет в успешное будущее. Зелимхан Калоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.